На юге Афганистана у полицейского учебного центра прогремел взрыв. Погибли как минимум 4 человека, более 10 ранены. По данным местных СМИ, смертник привел в действие самодельную бомбу, установленную в автомобиле. Теракт организован радикальной группировкой «Талибан». Ее боевики в последние месяцы развернули наступление на крупные города. И кроме этого, в Афганистане в последнее время выросло влияние боевиков ТИГИЛ.